ты говоришь, что он достаточно верен. Блять. Подбросьте меня до дома. Я живу через улицу у стадиона, недалеко от того места, где вы меня подобрали. Чё за хуйня? Я тачку еще и проебал, ну ёбаный в рот. Блять, я так хотел ее увезти, сука, из-за того, что около ворот встала, она нахуй куда-то исчезла, блять. Ёбаный в рот. Вот, но при этом ты говоришь, что он... Что не похоже на измену или ничего что-то, а просто как будто он куда-то ушел головой. Короче, ну я вижу, опять же, еще раз повторю, не надо только моего мнения слушать. Попробуй, может, его реально взять какому-нибудь пиздатому семейному психологу.